Широкополые цветные шляпы стали главной изюминкой модного показа мужской коллекции Burberry Prorsum весна-лето 2015. На дефиле, состоявшемся в Лондоне, модели представили классические тренчи, а также пальто и аксессуары к ним. Недостатка в разнообразии цвета не ощущалось. Помимо классических черного и белого, подиум оживляли шафранный, желтый, бордо, штормовой синий, болотный, зеленый, красный. Все это буйство красок неизменно дополняли шляпы, живущие, казалось бы, собственной жизнью. Несмотря на многоцветие, новая коллекция дизайнера Кристофера Бейли привносит ощущение серьезности и даже строгости в стиле. Этому впечатлению способствует и живое музыкальное сопровождение композитора Бенджамина Клементина. Гости показа уверены, что одежду от Burberry никогда не перепутаешь с другим брендом. Burberry узнаешь, видишь его за версту. Думаю, такое встречается довольно редко. И кажется, этот стиль очень хорошо олицетворяет британцев. Бренд придерживается того, что делает его стильным и актуальным. С 2001 года должность креативного директора в компании Burberry занимает британский дизайнер Кристофер Бейли. Благодаря его смелым идеям доходы люксового бренда начали неуклонно расти. В этом году модный дом ожидает роста прибыли на 8%.